Я про тему правильного питания. А ты про что? Ну, я тоже. Воду из крана пить нельзя, грязно, но фрукты надо мыть с водой из крана, будут чистые. Девочки, девочки, Маша пропала, ее ни в Инстаграме, ни ВКонтакте нету. Маша, ты где была? В Нарин ходила. Ты нас так больше не пугай. Да вот, купила сегодня говорящие весы, взвесилась на них и... И что же они вам сказали? Они сказали, по одному, пожалуйста. Да, раньше я была королевой спорта. Играла в волейбол, плавала в бассейне, бегала по утрам. Но все закончилось. Почему? Компьютер сломался. Выбери меня, выбери меня. Птица. Счастье. Еще раз. Счастье. Правильно. И вам, друзья, огромного счастья. Здоровье – это самое ценное и важное, что может быть в жизни каждого человека. Чтобы быть здоровым, возьмите за правило. П – правильно питаться. Р – рационально учиться и отдыхать. И – искоренить вредные привычки. С – заниматься спортом и физкультурой. И что же получилось? Приз! Правильно, друзья, и тогда главным призом станет ваше здоровье и здоровье ваших близких. Приз! Молодец!